have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами начали немножечко не с того места, не знаю, я тут вдруг решил подойти сюда, а мне такие говорят, секрет найден, и я такой, а, хорошо, давайте почитаем. Да, мы этого в самом деле раньше с вами не видели, кстати, мы находим почти все, да, то есть мы пропустили две, хотя вот тут у нас есть, ну, как бы, ладно, находим и находим. Так, хорошо. Пока вы наслаждаетесь прокруткой, всякое такое, можно вот картинку посмотреть. В общем, я тут немножечко вник в лор, в историю всего, что здесь происходит. И, так, ну, кстати, вниз, вверх, выглядит так, как будто вверх. Ха-ха. Неплохо. А зачем нам сюда? Ну так вот, ребят. То, что я могу сказать, что понятно, что ничего не... Ой, не-не-не-не-не, вот это я не буду делать. Понятно, что ничего не понятно, ну, по крайней мере, мне. То есть, и все-таки, насколько я понял, вы такие сейчас, ха-ха, это же было давно понятно. Так вот, мне это не... Опа, мне это не было давно понятно. Речь идет не о нашей с вами земле, речь идет об альтернативной земле. И здесь была какая-то цивилизация высокоразвитая, и вот эти вот огромные роботы, которых мы видели, это все титаны. Вот, и... Я не знаю, ребят, возможно, мы сейчас начали где-то немножко раньше, немножко позже. Буду с вами опять же честен, я вот неделю не играл, я только пересматривал записи... А, вот я лифт вызвал. Я пересматривал записи, немножечко пытался почитать, понять лор, что происходит. Так вот, типа была какая-то вот эта вот цивилизация, и на них напали альтернативно живые, то есть андеды, эти демоны. А вот... Вот, там кто-то что-то булькает. Да-да-да. Мне сюда? Что-то я вообще это место, честно говоря, не узнаю. Канализации. Ну, в общем, ладно. Ой, нет, серьезно, это мы аж здесь оказались. А что я здесь делаю? А мне сюда, да? А выпрыгнуть я отсюда уже не могу. А, понятно, как мне это надо будет сделать. Все. Нет, секунду, непонятно. Аллигатор. Аллигатор, блин. Неплохо, да? А как мне назад вернуться, не подскажете? То есть я тут хожу вообще-то. Выпрыгнуть я из этой штуки не могу. Кстати, у меня нет патронов. А как мне выбраться из этой штуки? Никто не знает, не подскажет. Прыгать я из этой штуки тоже никак не могу. А, не, вот так могу, да? Так, а вот это становится интересно. Разрабы, что вы курили? Я могу как... Блин, вот это вот сейчас... Вот это сейчас глупо получилось, на самом-то деле, жаль. Я вот тут могу как-то выбраться, не? Так... Нет, ну я понял, если я упаду, ну так... Ой. Я упал, и что мне дальше делать? Ага, вот так вот мне дальше делать. Не знаю, мне не очень понравилось такое решение. А, вы имеете в виду, что я должен был так пройти? А какой стороной я тогда вернулся? Ну, то есть туда наверх я тоже явно не попаду никак. Хорошо. Хорошо.
Есть. Есть. Минуточку, то есть мне все-таки сюда. Я в другую сторону пошел обратно. Меня запутали, блин, начало серии. Я уже не знаю, как и что, и где. Но я же сюда на лифте приехал, нет? Хорошо, значит, мне все-таки туда куда-то. Блин, это совсем... Хорошо, к цели я приближаюсь. Я тупо сходил назад. Очень печально. Нормально, был перед этим, телепортировался, конечно. Успокойся. Неадекват. Все, 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 теперь до меня дошло, короче. А вы тут что делать? Я хочу, кстати, это, плазму зарядить, потому я из нее стреляю сейчас. Надеюсь, она потом не разрядится со временем. Рукой добил. Печалька. Короче, смотрите, официально. Да, вот это вот место, в котором я нашел секретик. Я отсюда вышел и пошел направо, а мне туда. И причем монстры заспавнились заново, черт побери. Все, 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 ясно. И теперь мне сюда. О, вот этот лифт. Да, в общем, мы начали... Успокойся, открой дверь. Мы начали, в общем, отсюда. И я пошел не в ту сторону. А вот этот лифт, на котором мы закончили с вами с прошлого раза. Сколько у нас времени это ушло? Ну, да каких-то там минут 5-7. Короче, ладно, посмотрим. Поехали. Но зато мы секретики понаходили, зато поболтали немножечко. Блин, как можно было заблудиться в Думе? Причем я мог сразу нажать целеуказатель. Блин, плазма разрядилась. Мог сразу нажать целеуказатель, и мне бы игра подсказала, что, эй, чувак, ты не туда идешь. Ну, кто так поступает. Это у нас вторая турель. Собственно, одной турелью мы в прошлый раз выстрелили, теперь мы стреляем второй турелью. И все это мы делаем для того, чтобы добраться до доктора, по-моему, да? Который... One moment. Override successful. Который может нам указать... Круто. Да, это доктор Хейден. Может, это его титульное звание. Так вот. Он вроде как может нам подсказать местоположение последнего жреца. И если я не ошибаюсь, что после последнего жреца у нас останется вот эта задиристая тетка, которая нам постоянно мозги делает. Спасибо. Здрасте. Хорош так. Так, чувак, тебя тут со мной заперли. Я не знаю, как я на это переключился, но это было вовремя. Ну все, все, я их грохнул. И тебя грохнул. Оп! Спасибо. Бенз полный! Это как? Здравствуйте, я туда пока не хочу. А что здесь? Здесь есть на что посмотреть, кстати. Так, минутку, у нас два прохода. И нам... Это не два прохода, я с этого пришел, да? Фу ты, блин, я опять туплю. Здравствуй. Чувак, не твой день сегодня. У меня три бенза, да?
Пинки, иди нафиг. Короче, когда есть 3 бенза, то можно распилить любую чмушку, даже самую большую. Есть. Ты, блин, терминатор дрыщавый. Бах! Вот эта красивая добивалочка просто. Иди сюда. Иди сюда, тварь. Иди сюда, говорю. О, секрет. Просто так на стоянке. Сдохнуть не хочешь, например? Ха-ха. Не-не-не-не-не, стой. Ты мне потрошек дашь немножечко. Все, мы поговорили. Elena Richardson, log entry 2163. The only thing they fear is him. We watched as the Horde overwhelmed the very best and most advanced machinery and weapons technology that we could muster against the opposition. Useless. They moved too quickly. They cared not for themselves, only sought out the blood of humanity. They were willing to sacrifice their own to get to the heart of our world. We slaughtered thousands and millions more followed. Блин, жалко это. Чё это такое посередине? Ладно. He came. He cut through them like a sickle through a field. His fury surpassing their own. He is faster, more relentless. I believe him now to be more than just a man. He is doom. Это про нас говорят, что типа мы, ну, демоны наступали и давили всех, и они не считались ни с какими потерями, и человечеству приходилось отступать, в то время как... В то время как пришли мы, и типа мы быстрее, мы круче, мы всякое такое, и она говорит такая, он уже не просто человек, он дум, типа обречение для этих ребят. Так что поняли? Вы все обречены, ребятки. Где это за... произошло? О, там это открылось. Прикольно. Надо кого-то распилить. А сначала сработала анимация, потом получение монетки. Ха. Окей. Такая приятная музыка, отходничок после всего этого успокаивающего. Хотя... Я говорю, ребят, музыкальное оформление здесь просто шикарнейшее. Вообще, в принципе, игра очень крутющая. Да, она хардкорная, но это не минус. Это не минус. Это, знаете, вот есть Dark Souls, который я безгранично уважаю и обожаю, так скажем. Но он сложный не потому, что он сложный, а потому, что там все происходит медленно. И тебе нужно замерять таймеры каждый раз, когда ты что-то делаешь. Еще одна это. А, мне не надо, отлично. А вот, здесь же все происходит быстро. Вот просто тупо быстро. Я на всякий случай хочу все просканить, а вдруг я пропустил где-то. И так нашел пару секретов, пару этих КСТ-ати. Так, тут у нас все есть. У нас есть 7. Это на... Нет, это не руны.
Ага, на костюм у нас есть 4. Быстрее менять режимы. 4. Нет, ледяной бомбой я вообще не пользуюсь. Гренка. Фраг гренейт. А, делает, ну, взрыв становится больше, он не повреждает, но он оглушает. А это, вот, быстрее перезарядка гренки, я ее возьму. У нас есть 5 батареек, кстати, у нас есть арсенал. Бомбы-липучки. Давайте я вот это наконец-то качну уже. Вот, также у нас есть, что у нас? У нас есть, кстати, базука. На базуку у нас вообще ни одного... А, стой, это не базука, это пулемет, что я несу? Быстрая раскладка. Давайте я вот это тоже качну. Надо начинать им пользоваться. Вот, например, он меня выручил, и... У меня просто пальцы до него далеко не дотягиваются, вот он. Видите, он гораздо быстрее стал раскладываться. Окей. Так. Ну что ж, поехали. Нам явно куда-то вниз. Да, туда. Сейчас тогда по-быренькому здесь пробегусь. Дабы ничего не забыть, а то это вполне возможно. Нет, понятно. Хорошо. Да, теперь, кстати, даже заряжается очень быстро. Это круто. Да, удачи. Открой. The mortally challenged have entered the compound. Evacuation is advised. Ага, монстрам советуют эвакуироваться. Монстрам. Ну, они их здесь называют альтернативно мертвыми. Сейчас, выцеплю. Выцепил. Плохо. Ой, не-не-не-не-не, фу-фу-фу-фу-фу, тут жижа. Я не хочу жижу. Я это... У меня нету плазмы. Я же здесь был, да? Да. Я тебе сейчас как повставляю вот эти вот, ну ты понял. А, откройте еще раз дверь, пожалуйста. Короче, давай, пора похавать. Не на того. О, так он неплохо сливается, кстати. 3 ракеты плюс гренка-добиватель. Да возьми ты фиолетовый. Не прыгай вокруг да около. Тут просто... Батарейку чуваку вырубаем. Кто тут кидался? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, покидаюсь тебе. В смысле? Ну так, неплохо. Так. Нам сюда. Ладно, давайте сюда. Нет, невыгодно. Я по 6 патронов на них трачу таким образом. Надо одну ногу, вторую ногу, третью ногу. Все, можно добить. Вау, да-да-да. Мне тоже показалось круто. Почему не было добивашки? Ладно. Так, мелочь. Point. Неплохо. Я ставил, чтобы вроде как, мне кажется, я ставил, чтобы оно быстрее заряжалось. Ну ладно. Так. Ну, зарядилось. Неплохо. А почему он тут тупо один был? Ладно, оставим это. Надо было его распределить. Что я делаю? This is Dr. Elena Richardson.
Log entry 007, March 3rd, 2163. And with him lies our salvation. For as he gains in strength, so do they fall in numbers. The priests command the armies to the north and south, but he controls the fight. The inner circle of death is where he resides, hunting them at the far reaches of the earth and beyond. I am a believer now. I feel it is in Doom that I have faith. The Slayer is the spear that stabs at the heart of our attackers, and those that would seek to harm us should feel warned. For there is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. All hail the coming of the Destroyer. The Slayer's time is now. Теперь, короче, она уверовала в меня, в Слеера, в Уничтожителя, и то, что я несу меч отмщения, и мое время пришло сейчас, и, короче, звездец всем демонам. Да, есть такое. Просто коридоры, серьезно? Ой, не-не-не-не-не-не-не. Мне дают просто так патроны. Это плохой знак. Это плохой знак. Патрон тут просто так никогда не дают. Ой, пардонтин. Attention! Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Угу. Люди? My God! Dr. Hayden was convinced that you would come here for this eventually. Ключик? Давайте. Красивый ключ, не спорю. Can I just say that it is an honor for me personally to meet you? I. Attention! Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Так все разбегаются. О, что это такое? We don't know how to access his main cortex. It's all alien. We couldn't figure it out. We have to prepare for his careful extraction. We were given specific orders. His life signal is barely readable. Warning. Demonic presence threat level 5 entering main laboratory. Нет. Ты кто такой вообще? Дядька. У него такая же печать? Он тоже Слеер? Но он демон Слеер. Ну привет, чувак. На ракету надо переключиться. Let me help you to see Slayer. Типа ты никогда не был одним из нас. Мародер. Defensive powerhouse. Так. Когда стоишь слишком близко, он использует дробаш. Стоишь слишком далеко, кидает грен. Ну, не гренки, а вот эти вот. Стреляет топором. Держите его на средней дистанции. Контратакуйте, когда у него глаза зеленые, или же блокируй. Или же он будет блокировать ваши выстрелы? Серьезно? И мародер устойчив к супероружию. Черт. А эти грены относятся к супероружию?
чё за собака? Чёрт. Топ. Все? Я не верю. Да, все. Минуточку, это был босс? Что, блин? Извините. Это как? Минуточку, тут есть какой-то подвох? Вроде нет, уровень закончился. Я телепортнулся на корабль. Его просто гренами можно было фигачить, вот этими стики-бомбс. То есть выискиваешь момент, пока он зеленый, и кидаешь бомбу. Выискиваешь момент, кидаешь бомбу. И он сливается, вот, ну, смотрите, я в принципе даже ни разу в опасности-то и не был. Да, он меня ударил пару раз, я пару мелких распилил, но... Да? Я уничтожил 68% демонического присутствия на Земле. Это, кстати, доктор Хейден. Откуда ты это знаешь, чувак? The only functional slipgate to Sentinel Prime is in the core of Mars, in the lost city of Hibeth. То есть нам на Марс сейчас серьезно? I have marked its location for you, but getting there will take time. There is no easy way to access the core of Mars. There are no known pathways that lead there, Dr. Hayden. The BFG-10000, designed by Dr. Samuel Hayden as part of the anti-demonic defense grid. BFG-10000. I understand. Searching the coordinates to the BFG-10000 now. Ну, типа, нет, знаете, ребят. Пойду батарейки повставляю пока что. То есть, знаете, ребятки, это, ну, БФГ само по себе, ну, я так понимаю, вы же знаете, что это значит. Ну, то есть разработчики в конце постеснялись и не вставили оригинальное название БФГ, то, что оно действительно должно было значить, но... А, это я взял, кстати, да. Можно взять протерианца, можно взять еще одного протерианца, и можно взять еще одно улучшение на оружку, или же... О, я хочу вот эти взять. Да-да-да, у меня есть вроде 5 батарей, то есть мне хватит сейчас открыть 2 этих кристалла. А вот, то есть БФГ само по себе звучит чертовски круто, а тут еще и БФГ, и еще и 10 тысяч. Там не 2000, не 3000, давайте сразу 10 тысяч. Чтобы это прям вот вообще звучало как масло масляное. И так, ушки. А, круто, я везде все взял по одному. Ну, вот красота. Давайте, я потратил... Нет, не везде. Я еще вот это армор буст не взял. Так. У нас нету армора, да? Давайте вот это, чтобы огонек позаряжался побыстрее. Заодно получим. Да, вот так вот возьмем. Я умудрился везде все по половинке пооткрывать. И давайте вот это тоже возьмем. Потому что, ну, монетки протерианца, их можно, в принципе, найти на уровне.
не знаю. Они, конечно, нужные, но не настолько, чтобы тратить на них два кристалла, наверное. Я бы еще взял бы улучшение на пушку там наверху, ну, когда у меня появится еще одна батарейка. Потому что мне не хватает ровно одной. Так, что мы теперь можем взять? Можем взять лут-магнит, наверное, вот это, и заодно увеличим боеприпас. Да. Я считаю, это хорошее капиталовое вложение. У нас теперь по 22 всего. И нам автоматически пополнили весь боекомплект. То есть, хорошо. Хорошо. Поехали обратно. Нет, ребят, знаете, я понимаю, что, скорее всего, вот эта вот битва с боссом где-нибудь... О, почему я это не взял? Мне предлагают музло послушать. А, это те... Минуточку, это то, что я понаходил уже, да? То есть оно у меня тут будет висеть, и я смогу теперь музло... Хорошо, приятно. Так вот, к чему это? Вот этот вот... Я так понимаю, что на более высоких сложностях этот босс гораздо более сложный, он там будет чуть ли не ваншотить и всякое такое. Но с того момента, где я играю... Ну, то есть, как вы понимаете, что первого, что... Я же думаю, это был босс, типа, что первого, что второго босса я прохожу на одинаковой, той же сложности. Так вот, они несопоставимы. Они несопоставимы. Тот реально заставлял побегать и попотеть, а тут просто отступаешь и фигачишь его гренами. И все. У него не было никакой второй стадии. У того была вторая стадия, потом еще два таких же клона с двумя стадиями. А вот это что сейчас было? Ну или это какой-то мини-босс, и сейчас нам предстоит что-то страшное после этого, потому что, ну, это было явно что-то не то. Не знаю. Он какой-то тряпочный был. Чувак, там этот демон появился, только портал открылся, бах, с ним грена рядом взорвалась. Ха, повезло ему. Так, идем на поиски БФГ, так понимаю, да? Как раз тот вопрос, которым я задавался в прошлый раз, где БФГ. Нашего Слеера все боятся. Никто ему дорогу даже не пытается переходить. Карточку отдай, чувак. Давай сюда. Давай сюда, я пойду поговорю с ними. Это вот это вот БФГ? Да, это она. А, я понял теперь для чего 10 тысяч. Это увеличенный размер. То есть... Ладно, теперь, по крайней мере, это оправдывает название 10 тысяч. Это просто размер. Это неплохо совпало такое. БФГ 10 тысяч стреляет, и я такой чуваку бошку сношу. Ты кто такой? Пришел сюда. Кстати, теперь у меня соточка брони, с чем я себя и поздравляю. Это просто бочка. Поговорили. Вот и поговорили. Так, там что-то зеленое, стоп. Я туда могу попасть. Зачем? Минуточку, мне сюда и надо было, вы издеваетесь? А тут так... Дай, черт его! А, это мой основной проход. Тьфу ты.
Черт, я думал, я секретку нашел. Хорошо. Пойдем. Так, зачем меня предупреждают о том, что... Бах! БФГ-4000 стреляет, блин, пинки! На него три надо. Бах! Прикинь, меня сзади бьет какая-то фигня. Бум! Пора дробашом пользоваться, короче. Плазма это, конечно, круто, но пора пользоваться дробашом. Чувак удачно вылез, просто быдыч. Надо еще патрончики прокачать. Короче, мне эта тема понравилась. Увеличенный боезапас, это всегда хорошо. 100 броньки тоже хорошо. Все хорошо. Не сюда. А тут тогда что? Вообще что ли ничего? Наверху, нигде, ничего. Ладно. Как скажете, ребятки, поехали. Вот тебе надо гранат в лицо, не подскажешь? Ну вот, теперь есть смысл, кстати, их поджигать, по крайней мере, потому что 100 брони хоть как-то копятся. Там БФГшка стреляет вовсю, хорошо. Она же тут вся фасилити трясется, вся это, весь корпус. А зачем мне сюда? Что здесь? Просто для отступления. Я, кстати, этой пушкой перестал пользоваться. Наверное, стоит ничего. Хотя... Ну, блин, ну тут такие закутки, тут ничего нету. Ну, серьезно, блин, ну как это? Здравствуйте. Ну, все, мне осталось эти две штуки, ну... Да, давайте, мне-то разница. Я все равно все прокачаю. Я так понимаю, тут... Осталось последнее, я не верю, что я до конца игры не найду ни одного кристалла. Привет. У вас неожиданная ситуация? Наберите 666, и мы вам поможем. Ты удачно появился и просто ничего не скажешь. О, не-не-не-не-не-не, иди сюда. Ух ты ж! Так, чувак. Да блин. Я хотел, чтобы ты мне... Короче. Иди сюда. До свидания. Нет! Нет! О, там one up, кстати. Привет. Надо броньку. Хоть какую-то. Так, там патрошки на дробаш я видел. Где? Где я видел патрошки на дробаш? А, вон там. Вы что, сильнее, что ли, стали? Это были не патрошки на дробаш, блин.
Ракеты? О, ракеты я возьму, кстати. Иди сюда. Иди сюда, чувак. Давай поговорим. Кто? Да. Да. Ты вовремя подвернулся под руку. Ах ты ж непотребство, кусок. Взял, короче, спрятался. Взял и спрятался, блин. Ты демонюга фигов. Вот это прикольно, кстати. Такой скелетик остается. Мне каждый раз об этом предупреждают. Ты кто такой вообще? Надо поджигать, надо поджигать. Теперь есть смысл в поджиганиях. Теперь это можно использовать. Ох, что штука гасит не по-детски так. Кто? Хотя вот эти вот предупреждения заранее немножечко уже начинают поднадоедать, мне кажется. Мне кажется. О, бронька. Броньку. Да, прыгни, пожалуйста. Броньку я возьму. Так, давайте мы с вами... Ты... Ты кто такой вообще? Ты почему гранаты не проглатываешь? Чем мне тебя мочить, не подскажешь? Неужели? Сколько я на тебя потратил? Ладно, оно того стоило. Блин, чувака рвануло. Упс. Блин, тут какие-то крутые типочки пошли. Серьезно? Ты теперь у нас как простой юнит будешь? Даже не может быть столько же жизней. Так, 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 надо жизни, надо жизни. Все, нормально. Я не знаю, было ли у него столько же жизни, или я просто ему так удачно из плазмы нафигачил. Ох, красиво, прям в воздухе. Фу. Чекпоинт был, нет? Так-то, ребятки, нам уже, наверное, бы пора бы уже бы и закругляться. Ну ладно, пойдемте сюда. Блин, туда можно пройти, что ли? Но тут есть батарея, я за ней схожу. Да, нам похоже вниз. Здравствуйте. Energy Fuse. Минутку. BFG это же наше? Нет? Или я что-то путаю?
В смысле? У меня тебя? И ты явно офигел тоже. Ну как бы все, мы договорились? Я думаю, да. А куда нам... Нет. Да? Ну хорошо. Ну блин! Ну вы серьезно? Хорошо. Хорошо. Ну, вези меня, лесной олень. Теперь мне, видимо, наверх надо сюда забраться, чтобы... Да ну! Ты издеваешься. Ой, там это очко претарианца. Это я заберу. Если вы не против. Не туда. Ага, понял. Я ж допрыгну отсюда, я надеюсь. О, давайте почитаем. Почему бы нет? Нинечка, это в кодексе. Ай-яй-яй-яй-яй, вот оно. А, это БФГ 10 тысяч, кстати. Вот вам почитать. А вот вам посмотреть. Красивая штука. Ничего не скажешь. Блин. Разомни шею немножко. Ха-ха, и горячо. А, пора переключаться с плазмы. Serious, that guy doesn't scare me. I'd like to see him try. Чувак меня не пугает. Я бы хотел посмотреть на него. Опа. That control pod contains the energy source of the BFG 10,000. I'm lowering it for you now. I'm telling you, he's on his way. I need you to... Так, мы будем стрелять из БФГшки? Серьезно? Нам дадут? Мы будем стрелять по Марсу? We should move ahead. Danger. All personnel evacuate to Mars surface. То есть вот эта штука была как огромный телескоп для обычного БФГ, да? И этот БФГ мы сейчас забрали с собой. БФГ 9 тысяч. Там БФГ 10 тысяч, БФГ 9 тысяч. Способен убить большинство демонов единственным выстрелом. Нажмите, чтобы накопить энергии для более смертельных этих. Та-та-та. Я вас понял. Но также у нас есть... Также мы достигли чекпоинта, поэтому, ребятушки, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Пойдем в следующий раз охотиться с БФГшкой. Всем оладушек и всем покеда.